Всем привет! Меня зовут Наталья, вы на канале Рецепты Лайт. В этом видео я покажу, как приготовить высокобелковое, простое в приготовлении, нежное и сочное куриное суфле. Оно получается низкокалорийным, поэтому отлично подойдет даже худеющим. Друзья, в описании под видео я оставила ссылки на свои социальные сети. Подписывайтесь, чтобы не терять друг друга. Куриное филе нарезать на кусочки, поместить в чашу блендера и смолоть. Сыр натереть на мелкой терке. Вообще это не обязательный ингредиент, поэтому по желанию можно не добавлять. К измельченному филе влить молоко, добавить натертый сыр, мелко нарезанный укроп, соль и перец. Перемешать до однородности массы. Белки отделить от желтков. Белки взбить до устойчивых пиков. К фаршу добавить желтки, перемешать. В несколько этапов ввести белки. Аккуратно перемешать силиконовой лопаткой. Масса должна быть воздушной. Выпекать суфле я буду в силиконовой форме размером 7 на 18 см и высотой 6 см. Выложить массу. Хорошо разровнять вверх. Постучать об стол, чтобы лишний воздух вышел. Выпекать заранее разогретый до 180 градусов в духовке 30-35 минут. Готовому суфле дать немного остыть в выключенной духовке, а затем можно вынимать из формы и нарезать. Суфле получается воздушное и не сухое, оно отлично держит форму. Его можно использовать вместо колбасы на бутерброды, так и в качестве основного блюда. Друзья, не забывайте ставить лайк, если понравилось видео. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Всем пока!